Кактусы и суккуленты – обитатели пустынь. Казалось бы, совсем не северное растение, но в самом северном ботаническом саду в Кировске можно увидеть настоящие чудеса. Вот агава, из таких, говорят, делают напитки, а это молочай крупнорогий. Посмотрите, какие гигантские колючки. А это цветет алоэ, и можно все это увидеть своими глазами. В эту оранжерею гостей приводят не очень часто. Это ценная часть коллекции ботсада. Суккуленты и кактусы – хрупкие создания. В то же время способны запасать влагу, живучи и терпеливы к перепадам температуры. Но нужно знать их секреты. Например, в зимние месяцы здесь поддерживают температуру всего около 15 градусов. Сейчас здесь довольно тепло. Это говорит о том, что кактусы, суккуленты вышли из режима покоя, из периода покоя, и начинают свою жизнедеятельность. Поэтому мы очень много видим цветущих или зацветающих растений. Есть и такие экземпляры, что зацветают всего один раз в год на одну ночь. А вот каланхоэ радует длительным цветением. Они родственники кактусов, хоть и дальние. Мамиллярии прекрасные вот зацветают. Некоторые виды кактусов после цветения дают съедобные плоды. Мамиллярия как раз относится к таким. На вкус это ягодка. Там даже вот семечки есть. Такая свежая, такая кисленькая. Эту коллекцию сотрудники Полярно-Альпийского ботанического сада начали собирать в 30-е годы прошлого века для озеленения учреждений региона. Опыт большой, поделиться хочется. В праздничные выходные всех любителей суккулентов приглашают на фестиваль. Открыть двери этой теплицы, показать, какие бывают кактусы. Бывают недокактусы, у которых есть и листья, и колючки. И вот познакомить с этим большим разнообразием, рассказать об агротехнике выращивания суккулентов. Гостей ждут лекции, обмен растениями, мастер-классы по созданию модных флорариумов, знакомство с яркой коллекцией суккулентов и самые колючие секреты кактусов. Инна Морозова, Максим Чинкин, ТВ-21+.